Да, Оль. Иду на свидание. С кем? Кажется, его зовут Николай. Что значит «кажется», Валя? Ты что, не знаешь, кому идешь? Да почему же? Видела один раз на свадьбе двоюродной сестры. Что-что? Говорю, на свадьбе двоюрод... Что за кошмар? Думала, губы накрасила своей помадой. Так это твоя мама тебе сосватала. Ну, кто же еще? Свидание вслепую, как романтично. Оль, ну какая романтика. Мама мне все уж прожужжала. Ладно, не жалуйся. Выбора у меня не было. Тут сегодня звезды сошлись, и это твоя судьба. Кажется, его вижу. Удачи. Угу. Давай. Пока. Мам, а ты что тут делаешь? Контролирую. Я так и знала, что ты спешишь. Ты не меня контролируй, а пирожки в духовке. Хорошо. Я сейчас вернусь к тебе домой и буду следить за твоими пирожками, но только если ты пойдешь с Николаем в театр. Ладно. А губы? Мам! Добрый вечер. Валентина, приветствую вас. Здравствуйте. Очень рад знакомству, так сказать. Тем более в такой день. Какой день? Ну как же. Сегодня луна в Стрельце. Она находится в первой лунной фазе и настроена на созидание. А большой приток космической энергии идеален для близкого знакомства. Маленька, Эмиль, пардон, я узнал у вашей мамы дату вашего рождения. И что? Хочу вас обрадовать. Я составил совместный гороскоп. Мы, так сказать, совпадаем по всем критериям. Представляете, и я, и вы родились в день, когда Венера была в Козероге. Представляете? Для нас это очень благоприятный период. С каждым годом пары, образованные вот в данный лунный период, будут становиться все ближе и ближе. Вы понимаете? Ближе и ближе. Спектакль отменили? Да нет. Просто ушла. Как? Все-таки ушла? Да, мам. Твой Николай мне абсолютно не понравился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как некрасиво получилось. Ну, вы же с Николаем договорились. Это не я с ним договорилась, а ты. И тебе не стыдно? Я вон с ног сбилась. Женихов тебе ищу. А ты это не ценишь. Ценю, мам. Николай, ну такая прекрасная кандидатура. У него свой бизнес. Трехкомнатная квартира в центре. Мам, может, хватит меня сватать? Я как-то сама разберусь. Ну, когда разберешься? Годы-то летят. Тебе вон уже 35. Или ты все любишь этого своего мерзавца? Не начинай. Это тебе не нужно было с ним ничего начинать. 5 лет жизни своей на него потратила, а он взял да женился на другой. Ты пойми, тебе надо срочно замуж. Неужели тебе не хочется нормальную семью, детей? Хочу, мам, хочу. Но замуж ради замужества не хочу. Хочу, не хочу. Ой, Валентина, да с таким отношением к жизни ты можешь совсем одна остаться. Спасибо за пирожки. На здоровье.
Леша, когда это закончится? Сколько можно по командировкам шляться? Шляться? Оля, я деньги зарабатываю, между прочим. Вот именно, что между прочим. Какие это деньги? Мы уже год не можем ремонт доделать. Хватит меня пилить! Я стараюсь, как могу! Да ничего ты не стараешься. Тебе наплевать на меня и на дочь. Тебе лишь бы из дома свалить. Ты, Любе, обещал, что мы к морю поедем. Она ждет, а ты все обещаешь. Ну что, Люб, пойдем в садик, пора. Тетя Валя! Привет! Привет, Любаш! Иди сюда. Привет. Привет. На работу? Угу, как обычно. Вы в садик? Да. Да? Пойдем? Давай лапку. Как дела? Все нормально. Она воспитательница сказала, что мы скоро в цирк пойдем. В цирк? Ничего себе! А кто тебе больше нравится в цирке? Акробаты или клоуны? Слоны! Почему слоны? Потому что они не кричат друг на друга. А ты что такая грустная? Лю, беги, мы тебя догоним. Да со своими подцапалась, как обычно. Пойдем, я. У тебя как свидание прошло? Удачно? Ты оказалась права. В чем права? Про звезды. Этот Николай оказался настоящим астрологическим маньяком. В смысле? Да он просто помешан на гороскопах. Венера в Козероге, Луна без курса. В общем, у меня голова пошла кругом. А может, он хотел таким образом впечатление на тебя произвести? У него получилось. Ты что, опять сбежал? Он хотя бы при деньгах? Вроде да. Ну, тогда какая разница, на чем он помешан? А зря ты его пробросила. Обеспеченные женихи на дороге сейчас не валяются. Оль, ну при чем тут деньги? А что при чем? Любовь? Конечно. Зря ты так думаешь. У меня был выбор, выйти замуж по любви или по расчету. Я как дура вышла по любви. Чё, как дура? Да потому что любовь проходит. И начинаешь жить с мужем, как с чужим человеком. Ни постели, ни денег. Оль, это все временно. Да ничего не временно. Вот что я тебе скажу, подруга. Не надо выходить замуж в розовых очках. Можно и без любви прожить, зато в достатке, не считая деньги от зарплаты до зарплаты. Нет, ты не права. Без любви нет счастья. Кто бы говорил? Ты любила своего, много тебе это счастье принесло? По-другому не могу. Так, все, опаздываем. Быстрее. Побежали. Регин, у тебя шикарные туфли. Правда, Свет? Очень красивые. Дорогие, наверное. Да уж, точно не твой ширпотреб. Голубева? А? А тебе как? Что? Туфли как? Как по мне, каблук слишком высокий. На работе неудобно. Вот как? Тебе не нравится? Нет. Это понятно. В твоей возрастной категории только тапки и носить. Всем доброе утро! Друзья, напоминаю, что сегодня ответственный день. У нас сегодня состоится презентация проекта. И скоро приедут заказчики. Но все готово? Да, все готово. Валь, я мог и не спрашивать. Ты всегда все делаешь вовремя? Молодец! Принеси, пожалуйста, распечатанный проект. Хочу просмотреть. Да, хорошо. Спасибо. Нам всем удачного дня! Стас, конечно, шикарный мужчина. Вика, расслабься. У него же правила, забыла. С коллегами по работе ничего личного. Из правил всегда есть исключения. Пирожки? Пирожки. Угощайтесь. Спасибо. А это еще по какому поводу? А у меня гости вчера были, вот немного осталось. Спасибо. Регин, будешь? Я такое не ем. Вредно для фигуры. Может, сама съешь? Тебе же все равно. Пирожком больше, пирожком меньше.
Я распечатала презентации для заказчиков. Вот. Угу. И флешка для проектора. Угу. Стас. Да? Я тут пирожки испекла. Вот. Угощайся. Буду все. Спасибо, Валь, конечно, но с чего бы это вдруг? То я вот испекла по новому рецепту, а получилось больше, чем планировала. Я вот решила коллег угостить. Ну что ж, здорово. Тем более, кстати, я позавтракать не успел. Да, вкусно. Спасибо. С ресепшн только что звонили. Заказчики уже здесь. Я понял. А кто будет вести презентацию? Как кто? Конечно, я. Ну, я пошла. Отлично. Спасибо за пирожки. Да, пожалуйста. Ну что, Регина, твой выход. Мучное вредно для здоровья. А ты почему с ними не идешь на презентацию? Зачем? Ее будет проводить Регина. Регина уже совсем обнаглела. Валь, ты не давай ей садиться себе на шею. Ты этот проект сделала, ты и должна проводить презентацию. Ты думаешь? Но у Регины лучше получается. У Регины? Лучше получается собирать все лавры себе. Они твои, ты их заслужила. Иди и забери то, что тебе причитается. Ладно. Попробуй. Не пробуй, а делай. Давай. Сейчас поднимемся к директору. Заказчики уже ждут. Подождите. Я хочу сама... Что сама? Представить свой проект. Мы решили, что буду я. Почему я не могу? Валь, ты, конечно, можешь. Просто сотрудник, который проводит презентацию, должен соответствовать определенному имиджу. Как лицо компании, понимаешь? Но если ты решила, что хочешь сама провести презентацию, пожалуйста. Нет, Стас, ты прав. Mm. Регина больше подходит. Вот и хорошо. Валь, не обижайся. А я не обижаюсь. И не беспокойся, Регина обязательно скажет, что проект подготовила ты. Конечно, скажу. А если хочешь, в следующий раз можешь провести. Только не забудь поработать над своим имиджем. М? Ну и почему ты не настояла на своем? Стас сказал, что у меня неподходящий имидж. И знаешь, он прав. Ничего он не прав. Просто зубы тебе заговорил. Это он из-за Регины выслуживается перед племянницей директора. Стас не такой. Он порядочный, интеллигентный и тактичный. Влюбилась в него, да? Ясно. Влюбилась. И нашла в кого? Валь, Ну такие, как мы с тобой, Стаса не интересуют. Ты разве не понимаешь, что вы не сможете быть вместе? Конечно, понимаю. Но ничего с собой поделать не могу. Таким образом, наш проект существенно экономит заявленную вами площадь строительства. Свободную территорию можно использовать для теннисного корта или для открытого бассейна. Меня полностью устраивает эта разработка. Аналогично. Сейчас едем в свой офис. Юристы подготовят все документы для заключения этой сделки. И завтра же все подпишем. Замечательно. Очень рад. Я проведу. Прекрасный проект. Спасибо. Счастливо. До завтра. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Ты сама этот проект сделала?
Конечно, сама. Поздравляю. Профессиональная работа. Хорошие новости. Заказчикам понравился наш проект. В этом случае в качестве премии я решил организовать для всего отдела вечеринку сегодня в клубе. Стас закажет приличное место. Это скажите спасибо Регине. Ее проект – архитектурный шедевр. Заказчикам даже придраться не к чему. Так что берите пример с ней. Это несправедливо. Валя, иди к шефу и скажи, что это твой проект. Зачем? Не хочу провоцировать конфликт. На вечеринку пойдешь? Вряд ли. Ну что, друзья, вы готовы рваться по полной сегодня? Да, забыл сказать. Это не просто вечеринка, а корпоративное мероприятие. Так что всем быть обязательно. Тебя. А ты планируешь повысить Стаса? Ты как-то говорил, что в перспективе он мог бы рассчитывать на должность твоего зама. А почему ты меня об этом спрашиваешь? Он тебя просил? Нет, конечно. Тогда как это тебя касается? Ну, если он станет твоим заместителем, то я могу заменить его. Такую перестановку в ближайшее время я не планирую. И ты, Стас, не так давно у меня работаете. Поработаете еще, покажете себя там, посмотрим. Ясно. Регина, постой. Это точно ты сделала проект? Конечно, я же говорила. Но в корневом каталоге создателем этого документа указано Голубева. Так это она просто передала типовую форму, и все. Ясно. Женщина, вы куда? Я на корпоративный момент. Она тоже на вечеринку. Да. О, привет! Привет! Давай, давай! Можно мне? Да, конечно. И сок можно? Конечно. Почему не танцуешь? Знаешь, такие танцы не совсем для меня. Знаешь, я тоже не любитель, но надо. Сок пьешь? Сок. Может, покрепче что-нибудь? А, нет, спасибо, я алкоголь не очень. За здоровый образ жизни! Да. Правильно. Повтори. Вау! Стас. Стас. Что? Я хочу тебе предложить... Ну ты предлагай! Сейчас потанцуем. Стасик не твой калибр. Надо 3-2 оценивать свои возможности. Поговорим.
Скажите, а почему вы позволили сопернице увести от вас кавалера? Что? Надо было первой приглашать. Вас не касается. Молодой человек, может, вы вернетесь на свое место? Хочу вам дать совет. Спасибо, не нуждаюсь. Вы знаете, жизнь так коротка. Надо действовать, а не сидеть как вот. Ручки сложили и все. Так можно и на обочине остаться. На обочине? Интересно, с чего вы это взяли? Скажу вам прямо. Ну, просто сразу заметно, что вы... Кто я? Кто? Неудачница. Чем? Я не понимаю, почему вы сюда пришли. Меня оскорбляете. Кто вообще вам дал такое право? Я не оскорблял, я сказал правду. Правду? Оставьте ее при себе. Да. Алло? Валя? Да, а кто это? А ты почему так быстро из клуба уехал? Стас! Ну, Стас, давай еще потанцуем. Ну, ты мне очень понравился. Я хотел с тобой пообщаться. Ну, если ты не против, конечно. Нет. То есть, да. Да, конечно, не против. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Я не против, конечно. Да. Я через полчаса буду, да. Хорошо, жду. Алло, такси? Мне срочно нужна машинка. Тебе мало было в клубе? Зачем нам скрывать наши отношения? Я же тебе уже объяснил. Чтобы обо мне не ходили сплетни, что я сплю с племянницей директора ради карьеры. И чтобы о тебе не говорили, что ты романы крутишь на работе. Я в первую очередь забочусь о твоей репутации перед дядей. Ну, ты такой заботливый. Угу. Кстати, о дяде. Я его сегодня спрашивала о твоем повышении. И что? Что он сказал? Ну, он сказал, что еще очень рано. Рано? А когда не рано? Через 5, через 10 лет? С твоим дядей вообще невозможно работать. Требует много, а зарплата не соответствует. Да, ладно. Но, тем не менее, новую машину ты себе купил. Я кредит взял. Что-то есть захотелось. Проголодался? Пирожками не наелся? А что? Какими пирожками? Которыми тебя Голубева кормила. Вот интересно, почему ты с ней такой милый? А с чего ты взяла, что я милый?
Валя, спасибо. Валя, извини. Валя, ты обиделась на меня? Ми-ми-ми. Регина. И в клубе вы так с ней мило ворковали. Регина, я просто пытаюсь быть вежливым с сотрудниками и поддерживать с ними хорошие отношения. Понятно? Что я тебе советую? Да не собираюсь я любезничать с этой Голубевой. Она меня раздражает. Ну а почему ты думаешь, что ты не можешь раздражать кого-то? Ту же Голубеву. Не боишься, что она директору пожалуется? Кто? Голубева? Угу. Кишка тонка. А вдруг? Ну почему ты не можешь с ней быть приветливой? Ты же за счет нее делаешь карьеру. Ну, ты знаешь, я должна быть благодарна Голубевой за неоценимый вклад в мою карьеру. И представь себе, что я ее уже отблагодарила. Даже страшно представить, как. А, это вы? А ты где? Ну, я уже на месте. Где на месте? Я возле барной стойки, там же, где и была. Не-не-не-не, я возле барной стойки, а ты где? Так и я тоже возле барной стойки. Подожди, а ты? Осторожно. Где ты? Так я говорю, что... Алло? Алло! Это вы, да? Это вы мне звонили? Сейчас... Звоните. Подождите, то есть, вы Валя? Да, я Валя, представьте себе. Так нет, да подождите, я не вам звонил. Я... Интересно, кому вы звонили? Вот здесь девушка сидела. Она сказала, что ее зовут Валя, она дала вот этот номер телефона. Да, это мой номер. Понятно. Что вам понятно? Как она выглядела? Ну она, ну как выглядела она? Она блондинка. Понятно, это Вика. Подруга ваша? Угу, подруга. Коллега по работе. Ох, шутки, видимо, у ваших коллег вот такие, я вам скажу. Отличные, но это вряд ли она сама придумала. Ну понятно. Ладненько, все ясно. Послушайте, постойте. Раз вы уж пришли, так может составите мне компанию? Спасибо, но ничего вам составлять я не буду. Не-не-не. Меня дома ждут. Так, если бы вас ждали дома, вы бы сюда не пришли. Я вас прошу, одну минуту. Одну. Прошу. Дружище, еще такое, ох, душа взыграла. Да, без проблем. А вам что сказать? Если захочу, сама скажу спасибо. Не вопрос. Ну, как скажете. Ну что, за продолжение нашего, так сказать, эксклюзивного знакомства. Одна минута. Да, 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 одна минута. Что с вами? Вам плохо? Да что вы встали-то? Видите, человеку плохо, помогите! Безусловно, перебрал, вот и плохо. Безусловно. Помогайте, давайте. От ваших коктейлей кому угодно станет плохо. Вставай. Вставай. Держись, браток. Оп. Все. Так. Пусть подышит. Спасибо. Вам уже лучше немного? Сами сможете идти? Сейчас. Присядете, да?
Чё? Я пойду, да? Ну, я пошла. Мужчина, с вами все в порядке? А? Вызывай машину, кажется, наш клиент. А что происходит? Что происходит? Кажется, клиент готов для вытрезвителя. Подождите, какой вытрезвитель? Вот это мой знакомый, все хорошо. Документы есть у вас? Паспорт, пожалуйста. Сейчас. Есть, да. Пожалуйста, Валентина Голубева. Угу. У молодого человека есть документы? Посмотрите, пожалуйста. Паспорт есть? Паспорт. Есть. Пожалуйста. Виктор. Шеф, мы тут тебе клиента нашли. Виктор. Давайте я вам помогу. Куда? Зачем? Помогу погрузить. Нет, спасибо. Я и сама бы вызвала. Зато нам так будет спокойней. Аккуратно. Спасибо. Спасибо. Куда ехать? Садовая, 40. Садитесь. А теперь счастливого пути. Эй! Просыпаемся. Просыпайтесь. Слышите? Эй! Эй! Вставайте уже! Где я? Кто? Кто я? Я та дура, которая притащила вас в свою квартиру. Доброе утро. На выход и быстро! Может, чаю все-таки налейте хотя бы? А, сейчас. Так, все, молодой человек, выметаемся. Подождите. Что, куда подождите? Ну, перестаньте меня пихать. Я опаздываю, понимаете, что ли? Голубева, как провела ночь? Судя по внешнему виду, ночка была бурной. Регина, я знаю, что это ты подговорила Вику дать мне номер телефона. Зачем вы это сделали? Так это был акт милосердия.
У тебя ведь явно с мужиками проблемы. Я решила оказать тебе услугу, хоть и на одну ночь. Но раз ты такая агрессивная, видимо, не срослась. Валь, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Наверное, перепутали. А это ваш. Точно. Просто обложки похожи и все. Надеюсь, на этом все? Знаете что, давайте так, я угомоню вашего соседа, а вы меня угостите чаем. У вас есть блокнот и ручка? Зачем? Сейчас увидите. Понимаю, зачем я это делаю. Спасибо. Только без драки. Да вы что, никакой драки. Извините, а можно я воспользуюсь вашими очками? Я верну. Катастрофа, чушь невероятная. Сработало же. Угу. У вас уютная квартира. Сами дизайном занимаюсь. Послушайте, я не собираюсь вас развлекать светскими беседами. Выпейте чайку и разойдемся, как в море корабли. Все в порядке? Эй. Эй. Это ж... Так, все. Прием окончен. Это вам не притон для наркоманов. Выметайтесь. Прошу вас, успокойтесь. Это всего лишь обезболивающее. Дело в том, что я болен. Смертельно. То, что вы больны, это я еще в клубе поняла. Все, на выход.
Тогда в клубе у меня начался приступ. Я принял лекарство. И в сочетании с алкоголем произошла такая реакция. Я просто прошу вас. Поверьте. Похоже на правду. Послушайте, мне очень жаль, и я вам искренне сочувствую, но, к сожалению, я не врач и ничем не могу вам помочь. Зато я вам могу помочь. Чем? Тогда в клубе я увидел, что вы безнадежно влюблены в того парня. Что? Ни в кого не влюблена. Ой, да перестаньте. У вас на лице было написано: «Мистер Голливуд, мечта любой женщины, только шанс быть с ним у вас на нуле». Какое вам дело до моих шансов? У меня к вам деловое предложение. Я помогу вам завоевать того мужчину. Как его, кстати, зовут? Стас. А как вы это сделаете? Ну, если согласитесь, узнаете. А зачем вам это нужно? Мне очень мало времени осталось. А я хочу отплатить вам добром за то, что вы не оставили меня умирать под стойкой бара. Ну, так что, соглашаетесь? Деловое предложение, какая-то афера. Ну, послушайте. Но неужели вы откажете в последней просьбе умирающего? Давайте соглашайтесь. И если вы согласны, начнем прямо сейчас. Не будем терять времени. Зачем мы сюда приехали? Вам нужно обновить гардероб, преобразиться. Вы что? Тут цены заоблачные. А у меня таких денег нет. Зато у меня есть. Угу. Не так давно я был владельцем процветающей компании, так что кое-что у меня имеется. Вы владелец компании. Не похож? Ну, даже если это и так. Зачем вам тратить на меня свои деньги? Мне осталось не больше месяца. Все деньги я потратить не смогу, а вот использовать их на благое дело я сумею. Прошу. Мне как-то неудобно. Не знаю. Мне неловко, потому что это не мое все. Ты прекрасно выглядишь. У тебя замечательная фигура. Я просто не понимаю, почему ты вот раньше так не одевалась. Прости, что перешел на ты. Ничего страшного. Виктор, ну, понимаешь? Нет, ну правда, ну это все не мое, я так не могу. Это именно твой образ. Если хочешь заполучить своего Стаса, завтра в этом образе иди на работу. И он обязательно обратит на тебя свое внимание. Я просто уверен. Прям завтра? Прям завтра. Нет, я ни за что не решусь в таком виде заявиться на работу. Мне нужно время, не знаю, привыкнуть как-то. Нельзя тратить время, нельзя. Нужно жить, как последний раз. Я тоже думал, что у меня будет время, у меня все будет. Видишь, как все оказалось. А чем ты болен? Рак мозга. Последняя стадия. Жаль, что я поздно об этом узнал. Почему поздно? У тебя разве не было симптомов? До того, как я ударился, не было. У тебя была какая-то травма? Я катался на лыжах, упал, ударился головой. Голова болела, но я к врачам не обращался. Потом прошло. А со временем голова стала болеть все сильнее и сильнее. Я сделал снимок. Оказалась опухоль. Почему ты не пройдешь курс лечения? Мой друг, он врач-онколог. Он сделал запрос в израильскую клинику. Завтра должен прийти ответ.
Ну, если они посчитают нужным, то да, я поеду лечиться. А если нет, то я оставлю все как есть. Почему? Я просто хочу прожить последние дни, ну, так, как я хочу. Но быть свободным, а не быть прикованным к какой-то, знаешь, там, больничной койке. Кстати, насчет свободы. Ты везде сегодня какая-то такая замкнутая, такая сгорбленная. Я прошу тебя, будь свободной. Давай. Как? Начнем прямо сейчас. Вставай. Что? Ну, прямо на парапет. Вставай. А что ты делаешь? Вот, выпрямь. Спинку ровно держи. Давай. Иди прямо, ровно, красиво. Под ноги только не смотри. Давай. Вот, видишь? Все, на лету схватываешь. На лету. Знаешь, что это значит? Что? Что у тебя все получится с лету. Спасибо. Прошу. Спасибо, Виктор, за все. Ну, это далеко не все. Да, это начало. Всего хорошего. Ну что? Спасибо большое за вечер. Это тебе спасибо. Как-нибудь увидимся. Как-нибудь. Пока. Пока. Привет. Ого. Это ты? Я. Просто потрясающе выглядишь. С чего вдруг такие перемены? Да так. Решила что-то изменить в своей жизни. Поразительно. Да тебе просто сейчас на красную дорожку. Спасибо. Оля, а кто это был? Юра. Мой бывший поклонник. Случайно встретились в магазине, предложил подвезти. Понятно. По дороге разговорились. У него бизнес процветает. В разводе. Собирается скоро лететь в отпуск на Мальдивы. Кстати, приглашал меня с собой. Куда? Как куда? На Мальдивы. Предложил встречаться. А ты? Что, я ничего, отказалась. Я женщина замужняя, я так не могу. У меня был когда-то с ним шанс. Но я его упустила. В общем, подруга, не теряй свой шанс, а то потом будешь жалеть всю жизнь. Thank you.
Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Не узнали. Доброе утро. Доброе утро. Обалденная прическа. Спасибо. Слушай, а сумка вообще круть. Потрясающий костюм. Валён, ты такая в нем стройная. Ты что, села на диету? Может, хватит кудахтать? Вы на работе, а не на распродаже секонд-хенда. Доброе утро, коллеги. Внимание, Олег Петрович зовет всех к себе. Экстренное совещание. Пожалуйста, не задерживайтесь. Валя, я тебя не узнал. Отлично выглядишь. Спасибо. Да, неплохо. Только фасончик устарел. Не слушай, ты сегодня просто красавица. Добрый день. Борис Анатольевич у себя? Присядьте, он сейчас подойдет. Борис Анатольевич, к вам пришли. Привет, Витя. Привет. Уже хотел тебе звонить, пойдем. Пришел ответ? Есть информация, да. Итак, уважаемые коллеги, хочу сообщить, объявлен тендер на строительство торгового центра. Нужно оптимально соединить функционал и современный дизайн. Количество участников ограничено. Мы в их числе. Да, слушаю. А сколько компаний участвует в тендере? 6. Но среди них есть компания «Димстрой». Она стала дышать нам в затылок. Заказ масштабный. Нам нельзя его упускать. Нужно приложить все усилия и выиграть тендер. Я очень на вас надеюсь. Не подведите меня. Собственно, все. Да, сроки ограничены. Так что немедленно приступайте к делу. Регина, ты, как всегда, руководишь процессом. Надеюсь, в этот раз ты удивишь меня еще больше? Не сомневайтесь. Я сделаю все в лучшем виде. Хорошо. Валентина тебе, если что, поможет. Так, если ни у кого больше нет вопросов, совещание окончено. Олег Петрович, у меня есть предложение. Да, я слушаю вас. Я бы хотела работать над проектом самостоятельно. Предварительный диагноз подтвердился. Это глиобластома 4-й степени с метастазами. Большой очаг поражения. Ну и что они говорят, сколько мне осталось? Каков вердикт? Ну, наши израильские сетилы говорят, что не больше месяца, но я считаю, что сдаваться рано. На неделю встречу с коллегами, чтобы обсудить методику дальнейшего лечения. И мы решим, по какой методике будем действовать дальше. Либо операция, либо химия. Понятно. Ладно, свой бизнес я уже продал. Скоро переброшу деньги на счет твоей клиники. Ты не передумал строить онкологический центр? Да ну нет, конечно. Когда планируешь начать? Ну, как поступят средства, сразу начну. Хорошо. Мне реквизиты нужны. А, ну, конечно. Вот. Спасибо тебе. Эй, в таких случаях главное не сдаваться. И верить. А я сделаю все возможное. Спасибо.
Я позвоню. А почему вы хотите работать самостоятельно? Так у нас будет выбор. И я думаю, что смогла бы разработать свой проект и сама его представить. Вы уверены, что справитесь? Уверена. Олег Петрович, зачем нам делать два проекта? Затем, что это здоровая конкуренция. Вот как мы поступим. Валентина, ты делаешь свой проект, Регина, ты свой. Ты курируешь оба проекта. Все свободны. Валя! Почему вдруг такое странное решение? Может, ты обиделась на меня? Ну, прости, если я тебе что-то не то сказала. Прощаю. Значит, без обид? Конечно. Работаем по старой схеме? Нет, Регин. Я буду работать над проектом одна. Ах, вот как. Ну, хорошо. Оля, какая ты молодец. Не ждала тебя. Я сама тебя не ждала. Как ты решилась? Знаешь, Свет, я поняла, что нужно жить, как последний раз. Спасибо. Приятного аппетита. Что же вы так неаккуратно? Валентина, надо быть... Я постараюсь. Я. Прости. Не стой на дороге. Извини, пожалуйста. Марафет навела, новые шмотки нацепила. И вдруг голосок прорезался. Ты решила, что ты теперь королева. Зря. Ты все такая же, никому не нужная старая дева с кучей комплексов. Думаешь, вырулить проект и заполучить Стаса? Даже не надейся. Приятного аппетита. Валь, ну что ж ты? Вечером встретимся? Пока не знаю, у меня еще дела. До свидания. До завтра, Валя. Давид. Как дела? Произвела фурор? Произвела. Сегодня я первый раз дала Регине отпор. Кажется, зря. Теперь она меня еще больше ненавидит. Да перестань, не переживай. Уверен, ты поступила правильно. Ну и чего твой Стас? А что Стас? Ничего особенного. Сказал мне пару комплиментов и то из вежливости. А что это ты заглядываешься на это чудо природы? На экзотику потянуло? Что? Никуда меня не потянуло. Чего ты ревнуешь? Я тебя ревную? Да, ты ревнуешь. Еще чего? Это все равно, что ревновать к уличному столбу. Я все понял. Мне пора, извини. Я позвоню. А что у тебя за дела, которые важнее меня? Я вообще-то к родителям еду. Какой заботливый сын. Привет, родители. Сейчас.
Витя, знаешь, давай, наверное, на этом закончим. Что закончим? Ну, нашу сделку. Я не могу, чуть я расклеилась. Так, все, я понял. Тебе нужна перезагрузка. Как приедешь домой, переодеваешься во что-нибудь спортивное и вызываешь такси. Адрес кинул смс. А зачем? Дай мне свои ручки. Так, выходим аккуратно. Не споткнись. Пойдем. Куда ты меня привез? А сейчас увидишь. А зачем ты мне глаза завязал? Ну, потому что тебя ждет небольшой сюрприз. Сюрприз? Готова? Да. Смотри. Ты что, шутишь? Нет, это... Слушай, это безумие. Я ужасно боюсь высоты. Все будет хорошо, поверь мне. Тебе нужна эмоциональная встряска. Только тогда ты сможешь победить свой страх. И только тогда ты сможешь все. У тебя словно откроется второе дыхание. А если он упадет и разобьется? Ну, тогда мы упадем с тобой вместе. Я ведь с тобой полечу. Пойдем. Это безумие. Не отводи, взгляды не торопись. Не надо, просто смотри. И больше не спеши. Это мы уже взлетели? Только отпускай меня, пожалуйста, я не могу. Посмотри. Посмотри, какая красота. Посмотри. Смотри. Яркий свет. О, Господи. Если не любишь. Аж голова закружилась. Это нормально. Это от перепада давления. Дыши глубже. Да, не каждый день видишь такую красоту с высоты птичьего полета. Жаль, что для меня это уже не имеет значения. Если только не произойдет чудо. А в чудеса я не верю. Давай. Вот. Поставь меня, пожалуйста, на твердую землю. Спасибо. Это было потрясающе. Тебе понравилось? Очень. Что? О, черт, Я кулон потерял. Видимо, при приземлении он выпал, когда я вниз смотрел. Если мы будем искать по траектории движения, то есть все шансы. Да перестань, то же самое, что иголку в стоге сена искать. Я нашла! Правда? Слушай, спасибо тебе. Я даже не верю, что ты его нашла. Это твой талисман на удачу? Вроде того. Спасибо. Так что тебя заставило подняться вверх? Ты думала о Стасе? Ты прав. Я представила, что он ждет меня внизу и видит, как я могу высоко подняться, преодолев страх. Твоему Стасу повезло. Ну, что такая девушка, как ты, любит его. Скажи, а он какой-то особенный? Ну, он очень добрый. Да. Никогда никому грубого слова не скажет. А еще он очень честный и открытый. В этом вы даже чем-то похожи. Я польщен. Хоть чем-то я похож на мужчину твоей мечты.
Да, мам. Доченька, у меня такие неприятности. Что-то случилось? Представляешь, я пошла в магазин, а кошелек в другой сумке оставила. Вернулась домой, смотрю, ключа нет. Ну, а теперь в квартиру не могу попасть. Мам, ты меня очень напугала. Ой, а я как раз волновалась. Так, не волнуйся, сейчас приеду и разберемся. Спасибо, доченька, я жду. Жду. Надо к маме подъехать. Проблемы с ключами. Так вместе подъедем. Может, я смогу чем-то помочь? Спасибо. Виктор, только я вас очень прошу, не говорите маме, что я поднималась в небо на воздушном шаре, то мне ударь пать, хорошо? Да, не буду. Не предупреждаю. А она у меня очень любопытная, не удивляйтесь. Мамочка, привет. Это Виктор. Виктор, это мама, Анна Сергеевна. Очень приятно. Мне очень приятно. Валя, а что ж ты не сказала, что у тебя свидание? Я бы вас не беспокоила. Мама, у нас не было никакого свидания. Виктор просто мой знакомый. Анна Сергеевна, так пойдемте посмотрим ваш замок. Ага, ну идемте. Ой, я сумочку на лавочке оставила. Вы поднимаетесь, 5-й этаж, 37-я квартира. А мы сейчас. Ага. Он хоть не женат? Нет, не женат. Но это не имеет никакого значения. Как раз очень имеет. А кто он? Мама, я же тебе сказала, просто знакомый. Он твой коллега по работе. Так, все, прекрати расспросы. Все, пойдем, а то как-то неудобно. Ну хорошо, Валюша, никаких расспросов. Буду молчать, как рыба. Угу, как рыба. Да. Когда такое было? Да. Виктор, а вы, значит, разбираетесь в замках? Ну, я имел дело и с более сложными конструкциями. Правда? Угу. А вы кто по профессии? Инженер. На заводе работаете? Мам, Виктор свое дело. Ах так. Виктор, ну, что скажете? Надо вскрывать, но мне нужен инструмент. А где же? Сейчас вам возьму инструменты. Слесаря вызывать-то уже поздно. Мишенька. Так, я сейчас найду телефон специальной службы по взламыванию замков и... Ой, да пока они приедут, пока сделают. А замок-то я смогу только завтра поставить. Вот учудила я, а. Да. Ну что ж, ничего не поделаешь. Анна Сергеевна, скажите, а у вас в квартире какое-нибудь окно открыто? На кухне. Хорошо. Теперь 5-й этаж. Ключи где лежат? В прихожей, в коричневой сумке. Вот это настоящий мужчина. Ловкий, решительный, смелый. Ну прям рыцарь на белом коне. И еще очень симпатичный. Валь, ну неужели у тебя ничего с ним нет? Нет, мам, это не мой рыцарь. Ты уверена? Ой, прошу. Виктор, даже не знаю, как вас благодарить. Да пустяки. Но все же не стоило так рисковать. Да никакого риска. Виктор, вы мой спаситель. И поэтому я официально вас приглашаю в гости. Выпьем чаю. Познакомимся поближе. Ну, я бы с удовольствием принял бы ваше предложение. Но поздновато уже. В другой раз. Давай я отвезу тебя домой. Нет, спасибо. Я у мамы переночую. А, ну ладно. До свидания. Если будут проблемы с ключами, готов помочь. Спасибо. До свидания. До свидания. Я... На секунду. Вить, Вить, ты прости, что так. Просто мама стала бы задавать много вопросов, а правду ей не скажешь. Да все нормально, не извиняйся. Точно? Конечно.
Ну, спасибо тебе за все и за то, что все понимаешь. Вот именно так. Что так? Стасу улыбайся именно так. У тебя замечательная улыбка. Попробую. Ну, какие еще инструкции? Ну, пока хватит, а дальше посмотрим. На связи. Привет, это тебе. Спасибо. Не стоило. Ну почему же? Ты же меня угощаешь пирожками. Вот и я решил принести тебе кофе, чтобы ты лишний раз не отвлекалась от работы, не бегала. Спасибо за заботу. Так. Если дальше пойдет такими темпами, даже страшно представить, что будет. Я так обычно работаю. Просто почему-то очень легко идет. Я не про проект. Это очаровательно просто. Расцветаешь все с каждым днем. Спасибо. Какое трогательное единение начальника и подчиненной. Просто полная гармония. Ну как же речь? Мы же все одна команда. И должны сообщать их единой цели. Здравствуйте. У меня заказ для Валентины Голубевой. Это я. Спасибо. Пожалуйста, распишитесь. Спасибо. Спасибо. Ничего себе. Валь. У тебя поклонник появился? Видно, богатый. Шикарный букет. Спасибо. Это, наверное, тебе твой жених подарил? А, нет. Знакомый. Так, я пойду вазу поставлю. Я попросила бы всех вернуться на свои места и заняться делом, если не хотите, чтобы я написала докладную директору. Я на минутку. Я вижу, кто-то пытается завоевать сердце прекрасной дамы. Привет. Привет. Цветы получила? Да, получила. Спасибо большое, чудесный букет. Не смущайся. Как там у тебя было? Делай вид, что так и надо. Это было очень кстати. Я так и подумал. Стас, видел цветы? Видел. Отлично. Это его подстегнет. На мужчин производит впечатление, когда за женщиной ухаживает еще кто-то. Ты думаешь? Уверен. Ты скоро будешь у цели. Кстати, прекрасный костюм. Тебе идет. Спасибо. Он изумительно гармонирует с цветом твоего лица. Ну а что? Зеленый цвет надежды. Да? Спасибо. Присаживайся, подвезу. А то в автобусе от твоего букета ничего не останется. А тебе разве по дороге? Ничего. Ради такого случая изменю маршрут. Позволь. Тебе идет такой стиль. Элегантный и одновременно сексуальный. Присаживайся. Спасибо.
Шикарно выглядишь. Поехали. Вот тут я и живу. Валь. Да? Я признаюсь честно, я поражен. Ты так изменилась. Другой человек. Просто другой человек. Наверное, есть веская причина для таких перемен. Да. Есть причина. Прям заинтриговала меня. Женщина-загадка. Ну, спасибо, что подвез. Да, извини. Мне было приятно. Жаль, что так быстро доехали. Ой, а... Валя, 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 Валя. Позвольте мне побыть джентльменом. Спасибо. Прошу. Я надеюсь, что мы еще пообщаемся. Ну, в смысле, не только по работе. Возможно. Спасибо. До завтра. До завтра. Витя, привет. Ты не поверишь, что сейчас было. Меня Стас подвез домой, да. Да ладно. Я не могу прийти в себя просто. И что он говорил? Ну, сказал, что я очень... Может, не по телефону? Давай встретимся. Хорошо. А где? Недалеко от твоего дома есть аллея, через полчаса. Через 30 минут. Ну да. Да, договорились. Давай, до встречи. Все, до встречи. Твой план работает. Это невероятно просто. Я рад. Но все развивается намного быстрее, чем я предполагал. Так это же хорошо. Да, кстати, спасибо большое за цветы. Мне было очень приятно. Я даже не помню, когда мне в последний раз их дарили. И это действительно подстегнуло Стаса. Я ведь не только для этого подарил. Я еще хотел тебе настроение поднять. Да? А цвет? Это случайность? Нет. Удивительно. Чайные розы мои любимые. Да? Мама! Да, мам. Что-то срочное? Может, тебе стоит присмотреться к Виктору? Нет, не стоит. Ну ладно, в таком случае я нашла для тебя весьма неплохой вариант. Мама! Все, хватит мне искать женихов. Валечка, ну я же... Все, я потом перезвоню, да. Целую, целую, целую. Мама ищет тебе женихов? Еще как. Хм, ясно. Зайдем? Давай. У тебя такая замечательная мама. Энергичная, красивая. О тебе так заботится. Да. Мама замечательная. Ты знаешь, она обо мне всю жизнь заботится. А где твой отец? Прости, что спрашиваю. Да нет, ничего. Ну, а что отец? Бросил нас, когда я была еще совсем маленькой. Мама сама меня и вырастила. Ей, конечно, пришлось не очень сладко. Да. Похожая история. Отец тоже вас бросил? Еще до моего рождения меня бабушка воспитала. А мама? Мама умерла при родах. Это мамин клон. Мама верила, что эта подкова приносит счастье. Ну, по крайней мере, бабушка так говорила.
твоя бабушка. А она еще... Нет. Бабушка давно умерла. Может, это даже и хорошо. Почему хорошо? Ну, я смертельно болен. Страшно подумать, как бы она это все пережила. А так моя смерть никому не причинит боль. Значит, у тебя совсем никого нет? Ни жены, ни детей? Никого. Виктор, а может, все-таки не стоит сдаваться? А что я могу сделать, даже когда медицина бессильна? Можно попробовать нетрадиционные методы лечения. Ну, во-первых, я в это не верю. А во-вторых, да уже поздно. Слишком поздно. Да, действительно поздновато. Что, я давай провожу тебя домой? А то ты устала после работы. Да? Пойдем, да. Тебе плохо? Ой, сейчас. Что с тобой? Сейчас я лекарство дома оставил. Я... Послушай, ты езжай без меня, я... Так, никуда я не поеду. Посижу. Тебе нельзя оставлять одного. Адрес диктуй. Где ты живешь? Послушай, у меня тут на зеркале лекарство лежит. Бордовый чехли можешь принести? Да, конечно. Спасибо. Слабость только какая-то. Конечно, слабость. Ты же в кафе ничего не ел. Да, просто не хотелось. Давай что-то приготовлю. А нет смысла, все равно холодильник пустой. Так я в магазин схожу. Не, я сейчас... Давай по интернету я закажу. Это просто пиццерия тут, рядом с домом. Я в последнее время всегда так делаю. Точно лучше? Да. Полегче уж. Все. Голова только тяжелая. Валя, послушай, я сейчас оставлю тебя ненадолго. Куда? Душ надо принять, ну, чтобы полегче стало. Да, конечно. Витя! Вить, кто-то в дверь звонит. Слышишь? Здравствуйте. Вы заказ привезли? Какой заказ? Извините, а вы кому? Я к мужу. Тут живет Виктор. Ну, я-то как раз в курсе. А вы, собственно говоря, кто? Да так, знакомая. Вы, извините, я пойду. Не буду. Миша, всего доброго. До свидания. Ты? Привет. Что ты здесь делаешь?
А где Валя? А она ушла? Привет, Оля. Привет. Ты как? Да так. Не очень. Человек, которому я доверяла, мне солгал. И от этого мне как-то не по себе. Надо же. А у тебя что случилось? Леша меня изменил. Что? Как изменил? Оль. Оль, ты уверена? Своими глазами видела. Мне нужно было срочно деньги в садик сдать. Позвонила ему, он работал. Он не отвечает. Поехала туда. А он там в подсобке с какой-то девицей. Они так целовались. У нее юбка задрана, блузка расстегнута. Кошмар. Я не понимаю. Как он мог, Оля? Как видишь, мог. До сих пор все перед глазами. В общем, я не стала там разборки устраивать. Стыдно. Любу из садика забрала. А он заявился, мерзавец. Я при дочери не хотела выяснять отношения. Но не получилось, сорвалась. Сказала все, что о нем думаю, и выставила за дверь. Для меня всегда было так важно, что я могу доверять мужу. Все. Развожусь с ним. Никогда ему этого не прощу. Мы с Любой будем жить отдельно. Дочь не должна видеть такого отца. Как я тебя понимаю? Давай иди. Точно? Иди. Зачем пришла? Хотела узнать, как ты. Я звонила Борису. Ведь я переживаю за тебя. Может, я могу чем-нибудь помочь? Мне уже ничем не поможешь. А как же твоя компания? А я ее продал. А почему это тебя так волнует? Ты думаешь, тебе что-то перепадет? Могу тебя огорчить. Деньги пойдут на благое дело. К тому же, после развода я тебе купил квартиру, ту, которую ты хотела. Оставил достаточно денег, так что мы в расчете. Витя, мне от тебя больше ничего не нужно. Я вижу, ты хранишь наши фотографии. Руки не дошли выбросить. А помнишь это фото, как мы с тобой тогда... Слушай, давай не будем ворошить прошлое. Нас с тобой давно нет. А это твоя гостья, она тебе кто? Послушай, мы с тобой чужие люди. Тебя это не касается. Ну зачем ты так? Мне ты не чужой человек. Хоть мы с тобой в разводе, я все равно за тебя переживаю. Она моя хорошая знакомая. Все, что я могу сказать. А сейчас извини, я устал. Хочу отдохнуть. Хорошо, я ухожу. Только я прошу тебя, если тебе что-нибудь будет нужно, ты мне позвони, хорошо? Пришлю приглашение на свои похороны. Все, шутишь. Ну ладно, отдыхай. Я пойду.
Люба, не у тебя? Нет. А что случилось? Она пропала. Как пропала? Мы с тобой поговорили, я пошла на площадку, смотрю, ее там нет. Бегаю, зову, и она не откликается. Я побежала домой, думала, она там, потом к тебе. Господи, что делать? Ой. Если с ней что-то случится, я же не переживу. Ой, спокойно, не паникуй, сейчас найдем. Пойдем, пойдем. Ой. Да не могла она далеко уйти, слышишь? Валя, ты на звонки не отвечаешь. Я просто хотел объясниться. Давай в другой раз. А что случилось? Дочка подруги пропала. Как пропала? А в полицию заявляли? Нет, пока так еще. Так назвони полицию. Где вы обычно гуляете? Там. Пойдемте. Ее как зовут? Люба. Как она выглядит? Маленькая такая. Понятно. В чем одета? У женщины спроси. Ага. Простите, вы девочку маленькую не видели? Нет, не видела. Извините, а? Пожалуйста, вы эту девочку не видели? С красным мячиком? А-а, нет, не видел. Слушайте, надо разделиться. Давайте разделимся. Вы тогда пойдите туда, Валь, ты туда. Давайте. Меня зовут Люба, да? Малыш, не бойся меня, иди ко мне. Тебя все ищут, иди сюда. Иди сюда, малыш, не бойся. Чего спряталась? Иди ко мне. Вот молодец, иди сюда. Вот так. Все хорошо. Все хорошо. Валя! Валя! Я нашел! Нашлась. Слава Богу. Малышка моя, ты в порядке? Ты где была? Я заблудилась. Как это ты заблудилась? Ты не заблудилась, ты убежала. Мама с папой так кричали, потом папа ушел, а мама плакала. Я подумала, если я спрячусь, мама с папой меня будут искать и помирятся. Оля? Нашлась, да. Да, все в порядке. Рядышком. Нет, не надо, ты иди к дому, мы сейчас подойдем. Угу. Да, и позвони в полицию, отмени вызов. Да, давай. Доченька! Как же ты меня напугала. Спасибо. Да не за что. Спасибо. Держи, меч. Держи. Еще немного, и я бы с ума сошла. Спасибо. Я тоже пойду. Валь, постой. Скажи, почему ты так быстро уехала? На звонки не отвечала. Не хотела мешать вам с женой. Ты не мешала. Вот зачем? Зачем ты меня обманывал? У меня даже в мыслях не было тебя обманывать. Мы не женаты с ней. Год как в разводе. Я и сам удивился, что она заявилась. Ладно, в самом деле, чего я оправдываюсь? Спокойной ночи. Подожди. Чай будешь? Не откажусь.
Как долго вы были женаты? 5 лет. А дети есть? Лида детей не хотела. Ну, говорила, давай поживем для себя. Я не настаивал. Ну, я в работе весь был. Ну, я думал, успеем еще. Почему вы расстались? А я узнал, что у нее любовник есть. Она сама сказала? Нет. Мне нужно было ехать в Лондон по делам. А я думал, очень важный документ оставил. Вернулся. Тут я услышал, что она разговаривает по телефону со своим любовником. Она, естественно, не слышала, что я вошел. Мне этого хватило. Я подал на развод. Не смог просить предательства. Похожая ситуация. Ты мне прости, что я заставила тебя пережить это заново. Да, ничего страшного. Я это уже все пережил. Можно я прилягу, то не очень хорошо себя чувствую. Да, конечно. Спасибо. А чем это у нас так вкусно пахнет? Доброе утро. Доброе утро. Ну, Валя, извини меня. За что? Ну, за то, что я заснул. Как-то неудобно вышло. Первый раз, что ли? На самом деле, я очень рада, что ты осталась. Если бы у тебя случился приступ, я была бы рядом. Прошу к столу. Ты не любишь омлет? Прости, надо было спросить тебя сначала. Нет, что-то я люблю. Просто мне никто никогда не готовил завтрак. Ну, кроме мамы,
разумеется. Так пробуй. Очень вкусно. Правда? Кстати, предупреждаю, у меня для тебя есть план. Ну, на сегодняшний вечер. Опять будем летать на воздушном шаре? Не, никакого экстрима вообще. Слава богу. А куда мы поедем? Есть одна идея. Какая идея? Так пусть это будет сюрпризом. Как там дела с проектами? Работа идет полным ходом. Ну, что идет, это хорошо. Но послезавтра его нужно показать заказчикам. Мы успеваем к сроку? Да, конечно. Все успеем, все будет готово. Стас, а что ты думаешь по поводу Валентины? В каком смысле? Ну, в смысле, тебе нравится, как она работает? А Валентина хороший работник. А Регина? Регина? Ну, она тоже хорошо справляется с обязанностями. Ты думаешь? Ну да. Вы разве так не считаете? Ладно. Сдадут мне проект и посмотрим. Продвигается работа? Хорошо. Проект будет готов завтра. Отлично. Шикарно выглядишь. Спасибо. А ты на какой стадии? На финальной. Регина, можно конкретнее? Мне осталось подправить фасад и план кровли. Правда? Можно взгляну? Пока не можешь. Почему? Регина, мне нужно убедиться, что проект будет готов к сроку. Директор меня лично об этом попросил. Мой проект будет готов к сроку. Так и передай своему директору. Ты выглядишь как настоящая наездница. Спасибо. Правда, я никогда не сидела в седле. Ну, ничего, у тебя получится, так что не беспокойся. Ведь я тебе очень благодарна, конечно, но как это может помочь в завоевании Стаса? Во-первых, ты научишься сидеть в седле. Во-вторых, это даст тебе уверенность. Ну и в-третьих, вот это гром. Ты на нем поедешь. Привет, Гром. Привет, мой хороший. Привет. Моя мама оказалась права. Почему? Ты настоящий рыцарь на белом коне. Перестань. Ну, проходи, чего ты боишься? Гром, говоришь? Да. Какое грозное имя. Зато у него характер мирный. Надеюсь, ты с ним поладишь? Мы с тобой подружимся? Гром, подружимся? Тебе нравится лошадь? Чудесно. Ну, прекрасно. Ну, чего, давай садись. Чего стоишь-то? Инструктор тебе поможет. Давай. Спинку, главное, ровно держи. Как скажешь. Витя, пожалуйста, не фотографируй меня! Почему? Нет, ну серьезно, абсолютно не фотогеничная. Замечательные фотографии, я потом покажу тебе.
В общем, так и помчался задом наперед. В седло вцепился, голову боялся поднять. Только лошадиный зад и видел. А ты, кстати, для первого раза вообще все замечательно сделала. Спасибо. Когда я с тобой, у меня почему-то все получается. Так, рассказывай, какой у нас следующий шаг в покорении Стаса? Следующий шаг сделает он. И какой? Спасибо за прекрасный вечер. Это было самое лучшее свидание в моей жизни. Ты чего? Чего? Так и будет. А, ты думаешь, что Стас пригласит меня на свидание? Конечно. Мне кажется, до этого еще очень и очень далеко. А это очень скоро уже произойдет. Очень скоро. Он уже обратил на тебя свое внимание. Нет, я к этому морально не готова. Да ты ошибаешься, ты уже готова. Думаешь? Да. А давай ты побудешь Стасом. То есть ты хочешь отрепетировать свидание? Вроде того. Так. С чего начнем? Давай с конца. Просто мне кажется, что прощание – это самое сложное. Ладно. С конца. Валентина, время, проведенное с вами, оно пролетело незаметно. Я вспоминал каждый миг и… Витя! Давай еще раз. Только без пафоса. Представь, что ты это сам мне говоришь. То есть я вот это говорю сам? Я закрываю глаза, потому что ты меня раскалываешь. Начали. Валентина. Валь. Какой же я дурак. Ну как я сразу не мог заметить твою улыбку, твой замечательный смех, твои прекрасные глаза. Каждое мгновение, которое я провел с тобой, наполнило меня теплотой и радостью. Я даже не думал, что со мной такое случится. Ну, а дальше поцелуй, и все. Без пафоса не получилось. Ну, прости, я, конечно, старомоден. Зато ты сейчас во всеоружии, понимаешь? Это ну, да. Че, пойдем, а то темнеет уже. Да, и холодно, зябко. Ну, смотри, прекрасная фотография. Да нет. Просто фотограф хороший. Это Стас. Так ответь, чего ты? Да? Привет, чем занимаешься? Работаешь над проектом? Я на прогулке. Решила немножко проветриться, но завтра к вечеру проект будет готов. Ясно. До 7 успеешь? Успею, конечно. Тогда, может, завтра часиков 8 отметим это событие? А... Валь, алло, ты согласна или у тебя есть другие планы? Да. То есть нет планов. Согласна, конечно. Тогда до завтра. Пока. До завтра. Ну и что он сказал? Он позвал меня на свидание. Ну так видишь, все не зря. Волнуешься? Да, волнуюсь.
пожелаешь мне удачи? Буду завтра держать за тебя кулачки. Спасибо. До завтра. Пока. Да, Оль. Привет, подруга. Занята? А, нет, вот домой иду. Не хочешь ко мне зайти? Любы дома нет, на дачу к маме отвезла. Посидим за бокальчиком вина, поболтаем. А что, есть повод? Есть. Завтра у меня свидание с Юрой. Как уже завтра? А что, я женщина свободная. Больше свой шанс не упущу. Выйду замуж за Юру и наконец-то буду жить, как всегда мечтала. Так, подожди. Он тебе уже предложение сделал? Сделает, куда он денется. А где ты сегодня была? На конной прогулке. А до этого летала на воздушном шаре. Да. Это мне все Виктор организовал. Ну, ты, подруга, даешь. Наконец-то у тебя жизнь бьет ключом. А кто такой этот Виктор? Ты мне так и не рассказал. Да так, знакомый. Так у вас с ним серьезно? Нет, мы просто проводим вместе время и все. Так он тебе нравится или нет? Мы не можем быть вместе. Почему не можете? Он что, женат? Нет, не женат. Ну, тогда в чем проблема? Скажем так, мне нравится другое. Понятно. Тебе нравятся оба, и ты не можешь выбрать, так? Не совсем так. Вообще не так. Ну, тогда объясни, как, потому что я ничего не понимаю. Оль, давай я тебе потом как-то объясню. Ну, потом так потом. Ладно. Чтобы мы всегда совершали правильный выбор. Привет. Привет. Неожиданно снова тебя здесь увидеть. Я хочу поговорить с тобой. По телефону не могла сказать? Не могла. О чем поговорить-то? Может, все-таки пригласишь меня в квартиру? Заходи. Ты прости, что я опять приехала без звонка. Надеюсь, это не будет доброй традицией. А я тебе помешала? Так вот, ты ждешь? А кого я могу ждать? Присаживайся. Ну, например, ту свою знакомую. Я вроде дал понять, что тебя это не касается. Ты ведь не о ней собиралась поговорить? Ведь прошу, просто выслушай меня, ладно? Пойми, эта женщина меня беспокоит. Вы же с ней недавно знакомы, правда? Ну, недавно, и что? Ну вот. А вдруг она мошенница? Узнала твои болезни и решила подкатить. Вполне вероятно, что ее интересуют твои деньги или она хочет заполучить твою квартиру. Валентина порядочный человек. И все твои подозрения беспочвенны. Но все-таки ты не можешь... Еще раз скажешь про нее плохое слово, выйдешь за дверь. Ладно, ладно. Не злись. Прошу тебя, тебе нельзя нервничать. Ладно, проехали. Ну что, тогда, может, выпьем по мировой чашечке кофе? Да, сейчас сделаю. Спасибо. Thank you.
Витя, что с тобой? Тебе плохо? Слушай, что-то голова закружилась. Может, нужно выпить лекарство? Да нет, сейчас пройдет, подожди. Знаешь, что страшнее смерти? Нет. Я в ожидании. Скорее бы все закончилось. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Привет. Привет. А ты все трудишься, не покладая рук. Ну и как? Тружусь. Кайф, у тебя очаровательная улыбка. Но я все равно вижу, что ты устала. О, конечно, такой объем работы. Угу. Много еще осталось? Нет, еще немножко. Сейчас доделаю цокольный этаж в отдельном файле, потом внесу его в основной проект и подсчитаю общую стоимость. Давай я тебе помогу. Чем поможешь? Скинь мне эскизы, я сам посчитаю смету. Нет, Стас, спасибо, я сама. Валя, я просто хочу тебя немножко разгрузить, чтобы ничто не мешало нашим планам на вечер. Не переживай. И все, успей. Ну, как знаешь. Да. Валентина, добрый день. Это Лидия, жена Виктора. Вы помните, мы с вами встречались? Помню. Здравствуйте. Валентина, мне нужно с вами поговорить, и как можно скорее. Это очень и очень важно. О Викторе? Да. Но я не хочу по телефону. Я все объясню при встрече. Давайте через 20 минут в парке Молодежный. Договорились. О, Валь. Ты уже освободилась? Нет, у меня встреча. Понятно. Я тоже должен отъехать. Я в офис уже не вернулся. Значит так, я заказал нам столик в ресторане. На 8 вечера. Валь, ты меня не слышишь? Слышу. Значит, ты меня не слышишь. На сколько я заказал столик? Какой столик? Так. На 7. На 8. 20:00. Я понимаю, что ты устала, но ты как раз вечером отдохнешь. М? Мне пора. Ну, давай, давай, давай. Валь, ты же успеешь сделать проект до нашей встречи? Успею. А захвати, пожалуйста, я хочу просмотреть, а то я не успею завтра. Да, захвачу. Спасибо. До вечера. До вечера. Что с Виктором? У Вити вчера был приступ. Он... К счастью, я оказалась рядом, мы с этим справились. Слава Богу. Я вижу, вы за него переживаете. Спасибо. Но дело в том, что Витя может не стать в любой момент. Да, я знаю. И я хочу попросить вас... Пожалуйста, прекратите всякое общение с Виктором. Почему? Мы вчера с ним откровенно поговорили и выяснили, что, невзирая ни на что, мы до сих пор очень дороги друг другу. И мы хотим наши эти последние дни провести вместе. Только я и он. Понимаете? Понимаю. Вы... Берегите его. Вы можете не сомневаться. Я надеюсь, этот разговор останется между нами.
Боже мой, как ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Пожалуйста. О, нет, сюда. Почему нельзя так в офисе одеваться? Как вчерашний вечер? Замечательно. Вчера впервые была на конной прогулке. Здорово. Еще как здорово. А ты? Что? Когда-нибудь ездил на лошади? Нет, я нет. Нет. Тебе нужно обязательно попробовать. Я так не думаю. Почему? Ну, я предпочитаю быть на коне не в буквальном, а в переносном смысле. Ну и потом, активный отдых не для меня. А что для тебя? Ну, гольф, например. Ты вроде бы ничего не делаешь, но при этом заводишь полезные знакомства. Ну и вообще, гольф — это игра для успешных людей. Привет. Привет. Можно зайти? Заходи. Не помешало? Я просто рядом проезжала и решила зайти, узнать, как ты. Сколько внимания к моей персоне-то? Ну, ты сейчас в таком сложном положении, как иначе. Мило с твоей стороны. Ого! Налицо все признаки большого и светлого чувства. Прости, я не права, извини, пожалуйста. Да нет, права. Большое, светлое. Только ты ведь понимаешь, что никаких шансов у меня нет. А у Вали вся жизнь впереди. Вас ждут? Да, конечно. Проходите. Огромное спасибо. Mm-hmm. Добрый день. А ты знаешь, ты самая шикарная женщина в этом зале. Спасибо. И я знаю, к чему такие радикальные перемены. Ты знаешь? Конечно. Это очевидно. Внешность – первый шаг к успеху. Ты молодец. К успеху в чем? Как в чем? В карьере, естественно. А в чем еще? Варь, я тобой восхищаюсь. Вот просто восхищаюсь. За такой короткий срок так высоко взлететь. Я уверен, что такими темпами ты станешь зарабатывать в скором будущем баснословные суммы. То есть ты думаешь, что это все ради карьеры? Конечно. Ради чего еще? Но в жизни есть и другие. Ценности. Например? Например, дружба. Угу. Любовь. Стоп, я понял. Я согласен. Любовь, конечно, это ценность. Так сказать, условная. Нематериальная. А в нашем мире деньги решают все. Ты не согласна? Извини. Холодно. Нравится. Ты еще спрашиваешь, как ты с размером угадал? У меня глаз наметан. Ну? Чтобы у нас все было, и ничего за это не было.
Потрясающий вкус. Угу. Французская. Наверное, дорогое. Ну, меня цена не волнует. Я могу себе позволить все, что только захочу. Да. Мы же договорились, что бабки будешь получать по конкретным числам, ни раньше, ни позже. Все. Супруга. Достала. Твоя я бывшая требует алименты? Да что бывшая, я еще не разведен. Как? Ты же говорила, что... Ну, я имел в виду, что мы не живем вместе. А разводиться мне невыгодно, а то она оттяпает львиную долю моего имущества. А так, я и плачу необходимую сумму на жизнь и не парюсь. Ну? Мы не слишком торопим события. Ну что ты, нисколько. Мы же не дети. Я в душ. Ваш счет. А вот эта сумма откуда? В меню цена за 150 грамм, а вы заказали 250. Я заказывал 150. Ладно, иди. Извини. Не подумай, что мне жалко денег. Просто я не могу терпеть, когда меня разводят. Ты чего? Ничего мне. Просто нужно срочно позвонить. Регин, привет. Привет. Прости, что так поздно. Я просто сейчас в ресторане, и знаешь, тут кто? Ну и кто? Валя и Стас. Чаевых не получит. Ну что, идем? Давно они там? Я не знаю. Только пришла. Слушай, я приеду. Они уже уходят. Надеюсь, тебе вечер понравился. Да, спасибо. Я рад. Правда, хоть немного отвлек тебя от проекта. Совсем забыла. Вот, тут копия проекта, в отдельном файле цокольный этаж и смета на строительство. Спасибо за чудесный вечер. Может, как-нибудь повторим? Как-нибудь. Да, наверное. Все хорошее. Быстро заканчивается. Спасибо. И о том, что мы приехали. Осторожно. Спасибо, Валя, за прекрасный вечер. Какая нежная рука. Рука музыканта. И тебе спасибо. Валя, пожалуйста, давай продолжим. Что? Не перебивай меня сейчас. Ты так изменилась. Ты стала такой женственной, сексуальной. В смысле, ты была женственная и сексуальная. Просто я дурак, не замечал этого. Помнишь, когда вовсе... Стас. Когда вовсе первый раз увидел. Стас, я влюбился. Пожалуйста. Я не могу сдерживать больше себя. Стас! Валь, ты неправильно меня поняла. Ты не поняла, это розыгрыш. Я все поняла. Да, хорошо? Все хорошо? Да, все хорошо. Завтра отчет? Пока. Все хорошо? Да, да. Ради бога, извини. Розыгрыш.
все в порядке. Ох. Это все не так, как ты подумала. Поехали. Да. Привет. Почему не отвечал? Извини, я не видел звонок. И чем ты был так занят? Я слышу, ты в машине. Куда едешь или откуда? Я был у родителей, теперь еду домой. Ты один? Ну, конечно, один. Что за вопрос? Хочу к тебе приехать. Регина, давай не сегодня. В следующий раз. Ладно, как скажешь. Спокойной ночи. Оль, а чего ты тут сидишь? Да так. Я от него сбежала. Как сбежала? Ты же говорила, что… Говорила. Не нужны мне ни бриллианты, ни Мальдивы. Так хотелось, чтобы у нас с Лешей все стало как раньше. Валь, ну почему? Ведь мы же когда-то с ним были счастливы. Ну, почему нельзя все вернуть? Почему нельзя? Уже слишком поздно. Ты его больше не любишь? Люблю. От этого еще хуже. Мне так хотелось, чтобы мы втроем поехали к морю. Потом, потом. У меня работа, я занят. Теперь понятно, чем он был занят. Я не смогу его простить. А ты где была? На свидании с мужчиной. Своей мечты. Ничего себе. И как? Оказалось, что я не о том мечтала. Понятно. Поздно уже. Пойду я. Ты идешь? Нет, я еще постою. Стас! Дмитрий Сергеевич, так быстро? Ну а как же, время, деньги. Вот флешка. Здесь копия нашего проекта вместе с посчитанной сметой. И смету просчитал? Угу. Отлично. Мы в вашем проекте изменим кое-что, сделаем дешевле, и выигрыш в тендере нам обеспечен. Вот так вот, с Божьей помощью, мой Димстрой станет главным фаворитом строительного бизнеса. Ну и с Божьей помощью, с моей. Там как обычно. А ты чем-то недоволен? Я же вам не впервые помогаю, Дмитрий Сергеевич. Риск каждым разом больше, а сумма в конверте не меняется. Сколько ты хочешь? В два раза больше. Ладно, я увеличу твой гонорар на 50%. На 70%. Отлично! Остальное получишь, когда моя компания выиграет тендер. Стас! Регина? Ну, привет. Привет. Говоришь, у родителей был? Значит, в ресторане это была твоя мама, да? А я и не догадывалась, что она так похожа на Голубеву. Я все могу объяснить. Это я все объясню своему дяде. Он будет в восторге, когда узнает, что ты сливаешь инфу конкурентам. Тебе конец, Стас. А я передумала. Я прямо сейчас позвоню. Да погоди же ты! Пожалуйста, пойдем ко мне. Нет. Это ради нашего будущего. Отпусти меня! Отпусти! Ну. Да давай же! Ну так чего ты ко мне зачастила? В чем причина-то? Спасибо. Я ведь знаю, ты просто так ничего не делаешь.
Витя, я... Ой, только не говори, что ты меня любишь. Мы с этим разобрались, слава богу. Вить, скажи, ты меня простил? Так в этом, что ли, дело? Конечно, простил. Слушай, я обещаю, если я попаду туда, не знаю, туда, то замолвлю о тебе словечко. А что мне остается делать? Давай покончим с этой сентиментальной частью. Хорошо. Выпить охота. Тебе налить что-нибудь? Ведь, может, не стоит? Тебе же нельзя спиртное. Мне теперь можно все. Почему сюда звоните? Вы же мне обещали. Извините, пожалуйста, я просто хотела узнать, как он? С Витей все нормально. Насколько это возможно в его ситуации? Я прошу вас, пообещайте, что вы больше не будете нас тревожить. Да, да, обещаю. Значит, ты водил в ресторан Голубева ради нашего будущего. Что за бред? Послушай, я тебе клянусь, это была деловая встреча. Она передала мне флешку, вот и все. Которую ты продал нашему главному конкуренту. А я представляю, как дядя обрадуется, когда об этом узнает. Послушай, любимая. Не называй меня так. Да подожди же ты. Это правда. Я тебя люблю и все затеял ради нас с тобой. Но если ты мне не веришь, пожалуйста, рассказывай своему дяде. Прямо сейчас. Я-то могу сказать. Но для тебя это будет катастрофа. И для тебя тоже. А я тут при чем? Крыса ведь ты, а не я. Ну хорошо. Я крыса. Тебе от этого легче? Ну выгонит он меня. Думаешь, он просто так отдаст мою должность? Разве он к тебе не придирается на каждом шагу? Да ему все равно, что ты его племянница. И кстати, он спрашивал о тебе. И я понял, что у него есть сомнения на твой счет. А завтра он узнает, что у тебя нет проекта, и что тогда? Думаешь, он тебя не выгонит? Думаю, выгонит. Старый козел. Вот, видишь, любовь моя. Послушай меня. Я заработаю много денег, мы уедем отсюда. Откроем свой бизнес и не будем зависеть от этого старого маразматика. Звучит заманчиво. Я все ради тебя. Все ради тебя. Не сердишься? Нет, не сержусь. Но если ты мне вешаешь лапшу на уши... Как я могу? Ладно, победил. И ты не сдашь меня своему дяде? Нет, не сдам. Но если дядя узнает об этом, ты не боишься? Это проект Голубевой. Все подозрения упадут на нее. А ты неплохо придумала. Еще бы. Когда с тобой такая женщина, начинаешь шевелить мозгами. На счастье. Но только не для Голубевой. А зачем ты пришел? Прости меня. Нет. Уходи. Пожалуйста. Прости, я тебя люблю. Я и говорю. Для меня твои слова больше ничего не значат. Это была ошибка, я понял. Поздравляю. Я понял, что вы с Любой самое важное, что есть у меня в жизни. А дочери вспомни. Какой прогресс. Оль, давай начнем все сначала. Дай мне шанс, ты увидишь, что... Ну, все, что надо, я уже увидела. Уходи. Оль, не прогоняй меня. Хочешь, я на колени встану? Не хочу.
Фиалки? Ты же их так любишь. Так бери свои фиалки вместе с этим горшком, убирайся! Оль, я видеть тебя не хочу! Да, Олег Петрович. Регина, я жду ваши с Валентиной проекты. Прямо сейчас? Да, нужно срочно. Так что передай Валентине. Да, передам. Валя, идешь на обед? А, да, сейчас. Сейчас. Реген, что идем? Я чуть позже. Окей. Олег Петрович, мой проект готов. А где Валентина? Ты ее предупредила? Конечно, предупредила. Я не знаю, почему она задерживается. Стас, срочно передай Валентине, что я жду с проектом. Давай. Валентина, ты все еще здесь? С ума сошла? Олег Петрович ждет. Давай твой проект, быстрее, уже? Поторапливайся. Так, а мне никто не сказал. Мне только на флешку перекинуть. Что-то не так? Проекта нет. Я не понимаю, я когда уходила на обед, файл был на рабочем столе, а теперь его нет. Ну как это нет? Посмотри внимательно, может ты удалила случайно? Его нигде нет. У тебя же есть копия моего проекта. Да, Валь, но она дома. Так ты можешь съездить. Я не успею. Ты смеешься. Почему? Стас, Алло. Ну где вы ходите? Заказчик уже здесь. Да, Олег Петрович, иду. Все, извини, не могу. Директор звонил, заказчик уже здесь. Иду встречать. Я не понимаю. Свет, я не понимаю. Я уверена, что проект был там. Ты знаешь, когда мы все ушли на обед, здесь осталась только Регина. Одна. Есть. Если она и скачала проект, то не весь. Возьму мою флешку. Давай. Я вставлю. Думаешь, у тебя получится утереть нос Регине? Еще как. Только бы успеть. Очень хорошо. Очень. А где цокольный этаж? Этот проект не полный. Не может быть. Ну, сама посмотри. Наверное, файлы перепутала. Спешила не тот, скопировала. Ну так принеси тот, который нужно. И поторопись, заказчик будет с минуты на минуту. Сейчас все принесу. Извините, что задержалась. А я как раз принесла недостающие данные.
это проект цокольного этажа. Так, я ничего не понимаю. Чей это проект? Мы с Региной все-таки решили объединить наши усилия, подумали, что так будет лучше. Да, очень-очень странно. Регина, тогда как ты объяснишь, что... Пожалуйста, проходите. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Павлович. Добрый день. Проходите, присаживайтесь, сейчас начнем. Спасибо. Так, ну и кто будет представлять проект? Я. Регин, не возражаешь? Да, извините, начинаем. Заказчик уверен, что победа в тендере за нами. Спасибо. Ну, поздравляю. Спасибо. Это тебе спасибо. Ты так благородно поступила, что я прям восхищаюсь тобой. Может, ты откроешь всем свой секрет? М? Какой? Как же тебе это удалось? Была тихой, как серая мышь. А тут прям как с цепи сорвалась. Это на тебя так гормональная перестройка действует, м? Регин, а я просто последовала твоему совету. И какому же? Ну, ты же предложила мне поработать над имиджем. А вот я поработала. Тебе спасибо. Я так понимаю, вы уже в курсе, что победа в тендере почти у нас в кармане? Это большой прорыв для нас! Инвесторам осталось рассмотреть последнее предложение от Гимстрой, но вряд ли их проект окажется лучше нашего. Валентина задала высокую планку. Уважаемые коллеги, по этому случаю наши инвесторы сегодня вечером приезжают к нам. Мы устраиваем торжественный прием в их честь. Все, кто приглашен, получат уведомление на имейл. Валентина, ты должна быть обязательно. Хорошо, Олег Петрович. А я? А ты зайди ко мне. Немедленно. Ну, дядя, подожди. Почему? За что? За что я тебя освободила от руководства отделом? А сама не понимаешь? Нет, я не понимаю. Я всегда старалась и прилагала все усилия. Прилагала усилия для чего? Чтобы красть чужие проекты? Но, хватит дядя, делать из меня идиота! Я сегодня окончательно убедился, что этот и все предыдущие проекты делала Валентина. Но... Хватит! Регина, хватит врать. Если бы ты не была моей племянницей, я бы тебя тут же бы уволил. Но я тебя ставлю. Пока. С испытательным сроком. И кто теперь будет руководить? Валентина. С завтрашнего дня она официально вступает в должность начальника проектного отдела. Да ладно. Да ладно.
Дядя поставил Голубеву на мое место. Да уж, ее карьера резко пошла в гору. Что? Какая карьера? Ты же сам говорил, что подставишь ее! Тише ты! Да, я так сказал, что так сделаю. Но только в том случае, если директор что-то заподозрит. Но если мы выиграем тендер, он ничего не заподозрит. Вот именно. Детка, если... Если... Ну ничего, Голубева. Мы еще посмотрим, кто кого. Привет. Привет. Прости, что без приглашения. Ты... проходи. Ну что, какие новости? Завтра мне официально назначат начальником отдела. Да ты что? Слушай, я поздравляю тебя. Спасибо. Молодец. Как там Стас? Все хорошо. Ну, иначе и быть не могло. Ух ты. Хорошая новость? Да, хорошая. Из банка. Деньги поступили на счет. Всю сумму от продажи своего бизнеса я перечислил на счет клиники Успенского. Так что Борис начнет строительство центра в самое ближайшее время. Какого центра? Онкологического. Ну, это мой минимальный вклад для тех, кого еще можно спасти. Может, чаю? Да не, спасибо. Я ведь на самом деле пришел попрощаться. Наша сделка завершена, поэтому я уже не нужен. А вот это мой подарок тебе. Держи. Вить, я не могу это принять. Валь, послушай меня. Я хочу, чтобы этот кулон был у тебя. Как память обо мне. Ну что? Прощай. Прощай. Береги себя. Обещать не смогу. Вить. Да. Спасибо тебе. За все. Тебе спасибо. Ты знаешь, а я даже счастлив, что встретил тебя. Правда? Я в последнее время думаю, ну... Что было бы, если бы я встретил тебя, ну, при каких-то других обстоятельствах? И... Валя. Уже разошлись. Ну? Как дела? Как бывший? Ты еще спрашиваешь? А как он еще может быть? Он готовится к смерти. Это ужасно.
Это просто ужасно. Я не знаю, как это пережить. Появился? Есть немножко. Сцены потерял великую артистку. Ну что, поехали к тебе? Поехали. Устроим наш маленький спектакль. Валентина, автор этого проекта и наш лучший сотрудник. Прошу любить и жаловать. Олег Петрович. Вы уверены в своей победе? На 99,9%. Тогда за это нужно выпить. Когда красивая женщина еще и успешная, это невероятно заводит за себя. Да мы тогда под следующий срывник подождем. Олег Петрович, могу я забрать Стаса? А то без него совсем скучно. Да. Стас? Да. Куда? Зачем? Регина тебе хочет кое-что сказать. Ну, за удачу. За удачу. Тихо, 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 тихо. Хватит бухать. В чем дело, Регина? Не стой на моем пути, Стас. Это заказчик. Здравствуйте. Ну что, можно открывать шампанское? Олег Петрович, я понимаю, вы ждете положительного решения по вашему проекту. И мне очень жаль вас разочаровывать, но тендер выиграл Димстрой. Вы же мне говорили, что наш проект... Олег Петрович, как оказалось, ваши проекты очень похожи, практически идентичны. Но будем строиться на вопросы дешевле, так что сами понимаете. Надеюсь, без обид. Да, конечно. Всего хорошего. А что значит практически идентичны? Похоже, у вас в компании есть человек, который работает на конкурентов. А я знаю, кто эта крыса. И кто, по-твоему? Это Голубева. Валентина, что ты взяла? У нее вдруг появились новые шмотки, элитная косметика. И она специально захотела сделать сама проект, чтобы потом без всяких проблем слить его конкурентам. И Валентина, я хочу с ней поговорить. А я ее сейчас позову. Валя, Валентина. Ты почему же здесь одна грустишь? Наслаждаюсь тишиной. Да? Да. Тишиной. Давай сбежим. Прямо сейчас. Поедем ко мне. Валя. Стас, я прошу тебя. Валя. Что ты делаешь? Ты что творишь? Да ты же ты! Ах ты, скотина! Старайся. Ты говорил, что ты с ней ради проекта. Угомонись, а? Что сливаешь инфу конкурентам ради нас? Чё ты рёшь? Так ты лгал мне? Так вот кто крыса? Олег Петрович, послушайте меня. Выслушайте, это я... Она же из ревности. Я бы в жизни не посмел бы никогда. Я сама видела его с директором Димстроя, как он передавал флешку с проектом. Говоришь, сама видела? А я-то думал, почему вдруг от нас стали уходить заказчики? Господи, да это не я! Дядя Олег, это он! А мы заткнулись оба! Ты думаешь, что я тебя просто уволю и все? Я так не думаю. Ну уж нет. Я тебе такое портфолио обеспечу, что тебя не возьмет даже самая захудалая компания. У тебя теперь волчий билет, понял? Олег Петрович. Все, пошел вон! Дядя Олег. Убирайся с моих глаз. Ты уволена. Я? Почему? Это все Стас. Да ты хуже него. Ты все знала и ничего не сказала? Родная племянница. Да. Правильно говорят, пригрел на груди гадюку. Прости меня, так, пожалуйста. Все, убирайся.
твоей матери я все подробно объясню. Так что получишь по полной. Пошла вон. Пошла вон. Гуляем, гуляем. А я думал, что я разбираюсь в людях. Вить? Да. Это Валя. Да, Валя, я слушаю. Я под твоим домом. Серьезно? Угу. Ты не мог бы спуститься? Да, хорошо, сейчас. Что случилось? Вить, я понимаю, что вы с женой. Нет, ты не подумай, я ни на что не претендую. Просто я хочу, чтобы ты знал. Знал что? Я люблю тебя. Голова. Вить. Вить. Что? Только не говори сразу нет. Чисто женский подход. Хорошо, я постараюсь. Давай ты сделаешь повторное обследование. Нет смысла. Есть. Есть смысл. Вдруг у тебя положительная динамика. Такого не бывает. А я верю, что бывает. Я верю. Я тебя ни за что не отпущу. Это не в твоих силах. А мне кажется, что я могу все.
Валь. Мы должны расстаться. Что? Я говорю, мы должны расстаться. Понимаешь, я позволил себе полюбить тебя. Я совершил ошибку. Не говори так. Послушай, я умираю. Я просто не хочу, чтобы ты страдала. Давай сама решу, что мне делать. А я уже решил. Ты отказываешься от меня. Да. Так будет лучше для тебя. Ты должна понять. Я уже все поняла, Вить. Ну, когда мы получим наконец наши денежки? Сегодня. Главное, я убедил его, что он умирает. Я. Мужчины, как же вы любите приписывать все заслуги себе. Да, очень люблю. Но это же здорово, что я подменил результаты его обследования на анализы неизлечимого больного пациента и убедил перевести денежки на наш счет якобы на строительство медцентра. А кто тебя надоумил? Кто разработал весь план и следил, чтобы нам ничего не помешало, как-то девица, например? Ты. Только ты, моя дорогая. Не ценил тебя, Витька. Не ценил. Прости. О, лег на помине. Это он? Да. Алло. Боря, привет. Да, привет. Ты на работе? Нет, еще не на работе. А через час там будешь? Да, буду. Я тогда подъеду? Да, приезжай. До встречи. Что ему нужно? Хоть заехать на работу. Зачем? Не знаю. Слушай, у меня какие-то дурные предчувствия. Не переживай, все будет нормально. Рада за тебя. Действительно, лучше начальницы и не придумаешь. Неужели о Регине ты пела то же самое? Да на самом деле она мне никогда не нравилась. Она же стерва. Ну, прошу. Спасибо. Хватит подлизываться, лицемерка. Валя, ты чего такая кислая? Тебе ведь радоваться нужно, а не грустить. Я и радуюсь. Ну и куда ты? Теперь твое место там. А? Нет, спасибо, я потом пересяду. Thank you.
Валь, а? Ты чего плачешь? Да так. От радости. Подожди, ты хочешь пройти повторное обследование? Да. Борь, послушай, если ты занят или тебе некогда, да не вопрос, я могу пройти обследование в другой клинике. Не-не-не-не, ты чего? Ты чего ведь такое говоришь? Просто неожиданно, надо все обдумать. Пройдем здесь, и я думаю, прямо сейчас и начнем. Пойдем. Ну что, помогала бабушке? Помогала. Мы с ней сажали гладиолусы. Не гади, а гладиолусы. Ой, как же я по тебе соскучилась. Я тоже по тебе и по папе. А папа уже вернулся из командировки. Нет, доченька, и не скоро вернется. Папочка! Дочь, иди, моя хорошая. Что ты здесь делаешь? Учти, я с тобой разговаривать не собираюсь. Мы уже с тобой все обсудили. Дочка, хочешь, мы прямо сейчас поедем в путешествие? Хочу, папа, хочу. Поехали! Что ты делаешь? Мы с тобой никуда не поедем, слышишь? Поедем и все вместе поедем. Что ты делаешь? Делаю. Оля, погоди. Иди от меня! Люб, выходи из машины. Не выйду. Люба! Люба, отпусти руль! Пожалуйста! Вот, аккуратненько садимся. Осторожно, выходить нельзя, машина на ходу крайне опасна. Что ты делаешь? Выпусти нас немедленно! Останови! Не-а. Прости меня. Это я уже слышала. Валь, я прошу, прости меня. Ну, прости меня за те слова, которые я утром сказал. Я был неправ. Я сделал повторное обследование, как ты и хотела. Почему ты передумал? Потому что я люблю тебя. И если есть хоть какой-нибудь шанс, надо его использовать. Держи. Я в шоке. Да, вот это мужчина. Тачка какая. Наверное, олигарх какой-то. Да, повезло Вале. Но не повезло, а она это заслужила. Это точно. Что ты делаешь? Останови машину сейчас же. Это же похищение. Куда ты нас везешь? В аэропорт. Зачем? Мы летим в Грецию на остров Корфу. Что? Какую Грецию? Ты бредишь? Я купил путевки, собрал все документы, загранпаспорта, взял все вещи. Если что-то забыл, там все купил. С ума сошел. Я с тобой никуда не поеду. А я поеду. Оля, ну ты же так мечтала поехать к морю. Я с тобой уже ни о чем не мечтаю. А как это тебя с работы отпустили? Ты же у нас такой незаменимый сотрудник. А я оттуда уволился, получил расчет. А дальше что? Устроился на новую, думаю, все получится. Я не об этом. Думаешь, я прощу тебя и все забуду? Оля, я тебя прошу. Дай мне шанс все исправить. Только один шанс. А на этом конфу слоны водятся? Так когда будут готовы результаты обследования? Борис сказал сегодня вечером. Он позвонит. Борис... Ну, Борис Успенский, мой лечащий врач и друг. У него самая лучшая клиника в городе. И, кстати, это он будет строить медицинский центр на мое пожертвование. Тебе нехорошо? Да нет. Волнуешься? Слушай, мне так страшно.
Ну, я уже свыкся с мыслью, что я умру, а тут я так хочу жить. Ты будешь жить. Ладно, пусть будет так, как будет. Ну, а пока у меня для тебя сюрприз. Какой? Это дубликат ключа от моей квартиры. Теперь это и твой дом. Согласна? Боря, к чему такая срочность? И почему здесь? Нас не должны видеть вместе. Да, правильно, правильно. Не должны. Просто обстоятельства изменились. Что случилось? Просто, чтобы ты знала. Виктор сделал повторное обследование. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен профессор Успенский. Вы записаны? Нет, но он мне нужен по неотложному делу. Ну, тогда подождите. У него сейчас консультация с пациентом. Минут 10-15 буквально. Спасибо. Зачем Витя сделал повторное обследование? Кричит. Все. Ну что ты заподозрил? Лида, я тебя прошу, успокойся. Он ничего не заподозрил. Это просто информация, чтобы ты знал. Понимаешь? Если бы он что-то заподозрил, он пошел бы в другую контору, а он пошел ко мне. Ну да, да. Ты прав. Тем более я уже забрал результаты обследования, поэтому вообще волноваться не о чем. Но он перевел уже деньги на счет? Ты проверял? Да давно на счету деньги проверял, конечно. Но все равно я начал сомневаться. И он может изменить свое решение. Ну, мы же этого не допустим. У нас нет другого выхода. И нужно действовать немедленно. А ко мне? Я к Успенскому. Я Успенский. Что вы хотели? Девушка, какой у вас вопрос? Дело в том, что я из строительной компании. Наношу визиты потенциальным клиентам. Если вдруг вы захотите расширить ваш медцентр, то мы с радостью предоставим вам архитектурный проект. Вот моя визитка. Девушка миленькая, ну я же не прораб, а врач. Ничего строить я пока не собираюсь, извините. Борис Анатольевич, да. Ну, медикаменты привезли. Пойдемте. Да, Борь. Вить, привет. Уже готово? Не-не-не, еще не готовы результаты. Не-не. Слушай, хочу к тебе заехать, кое-что обсудить на чашку кофе. Угостишь? Заезжай, конечно. Давай, до встречи. Пока. Ага.
Помнишь? Бог ты мой! Это ж та самая знаменитая рыбалка. Хорошо фото успели сделать. Помнишь, она сиганула меня тогда из рук, я за ней. Но не поймал, зато поплавал. Мы тогда с тобой поспорили, кто поймает самую большую рыбу. Ты проспорил. Нет, я самую большую рыбу поймал. Правда, она уплыла. Вот. А на что спорили-то? На бутылку вискаря. Ты, кстати, мой должник. Я? А вот и нет. Та-дам! Ну, прекрасно. Ну что, по 50? Да. Лед есть? Сейчас принесу. Чего, сколько тебе? Парочка. Ага. Ну что? Ну, не будем особо ничего выдумывать. За нас, Витя. Давай. Борь, спасибо тебе. Спасибо, что приехал. Давненько мы вот так вот с тобой не собирались. Я очень рад, что у меня есть такой замечательный друг. Витя, о чем ты говоришь? Друзей много не бывает. Я тоже рад, что ты есть в моей жизни. Давай, давай, за нас. Ой. Ой. Слушай, крепкий какой, а? Борь, что ты? Ну что? Все дело сделано. Все чисто. Через 2 часа будет результат. А завтра я его навещу. Ну, я же забочусь о своих пациентах. Он не откроет дверь, я вызову полицию, они найдут тело и предсмертную записку. Все логично. Неизлечимо больной решил уйти из жизни. А я, как лечащий врач, все подтвержу. А если в полиции станут копаться? А вдруг они захотят проверить снимки? Не переживай. Снимки подлинные. Реально больного человека. Я просто поменял имя и фамилию. Не знаю, Боря. Мне страшно. А если они нас заподозрят? Да не заподозрят, Лид. Не заподозрят. Все будет хорошо, Лид. Все нормально. У нас нет завещания, у нас нет мотива. Все чисто, надо только выждать. Перевести деньги в швейцарский банк и потом спокойно улететь в Женеву. Все безупречно. Безупречно? Да. Эти деньги по праву твои. Сейчас все будет по-другому. И никто и ничто не помешает нам быть счастливыми.
Это же самое главное. Ладно. Поехали отсюда. Витя. Вы к Виктору? Да. А он в больнице. Как в больнице? А его вчера на скорую увезли. Спасибо. Объект зашел в здание банка. Добрый день. Я бы хотел перевести деньги со своего счета на другой. Ваш паспорт, пожалуйста. Пожалуйста. У вас доступ к счету по доверенности? Да, я совладелец счета. Основной владелец Кирилла Лидия Васильевна, а я совладелец. Этот счет закрыт. В смысле? А деньги? Основной владелец счета перевел всю сумму в зарубежный банк. А почему я ничего не знаю? Основной владелец счета имеет право распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Вы можете с ней связаться и уточнить. Спасибо. Давай, 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 бери трубку. Бери трубку. Черт. И чей же? Успенский Борис Анатольевич? Да, в чем дело? Пройдемте с нами. Я не понимаю, объясните, в чем дело? Вы подозреваетесь в покушении на убийство. Господи. Господи, как же так? Я же все для нее. Вашу сообщницу мы уже ищем. Если вы знаете, где она, советую нам все рассказать. Да. Да, я вам все расскажу. Все в порядке. Я так боялась, что тебя не успеют спасти. Лучше не успели.
все равно умирать. Витя, у тебя нет опухоли. И никогда не было. Что значит никогда не было? Я показала твои снимки другому врачу. И оказалось, что у тебя всего лишь небольшие гематомы. Да, симптомы похожи на рак, но это не смертельно. Подожди, Борис, говорю, что я... Борис и Лидия тебе врали. Они хотели тебя убить. Ради твоих денег. Я слышала их разговор. То есть Борис, Лида... Как они могли? Это чудовищно. Витя, они уже арестованы. Я дала показания. Я не могу в это поверить. Витя, это все в прошлом. Слышишь? Я только что разговаривала с врачом. Уже назначена операция по удалению гематомы. И он уверен, что она пройдет успешно. Надеюсь. Ты сейчас должен думать только о хорошем. Да? Может, я могу что-то для тебя сделать? Что ж так долго-то, а? Анна Сергеевна, не волнуйтесь. Там всегда долго. Уверена, что с Валей все в порядке. А тебе беременность к лицу. Ты такая красивая стала. Вон, светишься вся. У нас с мужем словно второе дыхание открылось. Ждем, не дождемся нашего мальчика. Мама, а я еще сестричку хочу. Тетя Валя! Ну что? Валя, кто? Ну как там? Ну? Валь. Ой. Ого. Мамочки. Ай, ничего себе. Ну ты подругу даешь. Поздравляю. Спасибо. Ну, всем привет. Ну чего ты... Давай, рассказывай, кто вы? Мальчик, девочка? Сначала ты скажи, как все прошло. Да мне чего рассказывать. Ну, все без ума твоего проекта. Я документы все подписал. И скоро начинаем строительство онкологического центра. Ну, не томи ты уже. Ну, скажи, кто? Врач пока не сказал. Мальчики или девочки? В смысле, мальчики или девочки? Валька. Валька! Валя. Ты хоть понимаешь, что ты мне подарила целых три жизни? Три. Я самый счастливый человек на свете. Мы подарили жизнь. Яркий свет, если не